По мнению азербайджанского эксперта, возвращение Лачина под контроль Азербайджана должно привести карабахских армян к пониманию, что пришло время начать договариваться с Баку. С переходом под контроль Азербайджана, Лачина и Лачинского коридора ситуация в Карабахе складывается для Баку намного лучше, чем та, что была во времена разгара конфликта в 1988 году, сказал в интервью Хаккин Ас, глава информационного агентства Туран, политолог Мехман Алиев. Как передает Азия Ас, по его словам, Лачинский коридор является очень важным аспектом карабахского конфликта. И контроль над ним означает контроль над всем Карабахом. Когда начинался конфликт, армяне все время стремились захватить ключевые транспортные коммуникации. В частности, дорогу со стороны Агдама и Лачинский коридор. Теперь же потеря контроля над Лачинским коридором означает, что Армения теряет влияние на ситуацию в Карабахе и в карабахском конфликте, отметил политолог. По словам Мехмана Алиева, азербайджанский контроль над Лачинским коридором имеет также важное политическое и психологическое значение. Еревану ничего не остается, кроме как признать потерю рычагов воздействия на ситуацию в Карабахе. Азербайджанский политолог уверен, что факт восстановления доконфликтного статуса КВО в Карабахе открывает новые возможности для активизации армяно-азербайджанского переговорного процесса. В то же время, подчеркивает Мехман Алиев, возвращение Лачина под контроль Азербайджана должно привести карабахских армян к пониманию того, что пришло время начать договариваться с Баку. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.